Здравствуйте, товарищи! Хочется представить новую книгу, которую мы подготовили с профессором Казеновым, которая называется «Советы как форма государственной власти». Мы рассматриваем этот вопрос как главный вопрос или главный практический вопрос марксистской науки и ленинской науки. Потому что если мы вообще говорим, что необходимо изучать марксизм, изучать ленинизм, но ленинизм и марксизм – это не учение просто, которое освещает нам путь и рассказывает, как было бы хорошо, и почему, и от чего, что получается, и как развивается событие. Это учение, которое является преобразующим мир учением. И это по существу теоретическое выражение экономических интересов передового класса нашей эпохи, рабочего класса. Что касается самой вот этой темы советской власти или советах как государственной власти. Не так давно мы отметили столетие Великой Октябрьской социалистической революции, с которой началось такое движение в мире, когда уже больше нету такой ситуации, когда есть только капиталистические страны. Есть страны капиталистические, есть страны, в которых победила социалистическая революция. В некоторых странах потом победила снова контрреволюция. Но с того времени, с октября 1917 года, при поддержке сначала Советского Союза, а потом уже сейчас, можно сказать, и при поддержке других социалистических стран, вот развивается та часть мира, которая находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму. В переходном периоде. Поэтому, строго говоря, социалистических стран сейчас в мире только одна. Это Корейская Народно-Демократическая Республика. А было много. Это был и Советский Союз, это была и Чехословакия, и Венгрия, и ГДР, и Польша, и, можно сказать, Албания. А вот про Югославию уже этого сказать нельзя, потому что у них общественная собственность, так сказать, не получилась, они ее делали просто как совокупность собственности коллективов. А в Польше никакой коллективизации не проводилось. Но мы сейчас говорим не только о том, что вот наступило такое время, когда в мире присутствует две общественно-экономических системы. Одна система капиталистическая, другая система, которая движется к коммунизму, социализму, через противоречия, естественно, и через потери, и через победы. И вот в этой второй части, вот в той части, которая является пока меньшей, ну, живет уже 1,5 миллиарда человек. Легко посчитать. 1,390 – это Китайская Народная Республика. Затем 90 миллионов социалистических Вьетнам, который победил, как известно, Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки самостоятельно никого не победили и никогда. Дальше это Корейская Народно-Демократическая Республика, 25 миллионов человек. Куба, 11 миллионов человек, которая сейчас, так сказать, двигается немножко вспять, больше, чем вперед. А никто и не доказывал, что всегда идет движение вперед, вперед, вперед. Всякое бывает в общественном развитии. И Лаос, 6 миллионов. И причем вот эта часть мира имеет темпы роста, по крайней мере, в два раза больше, чем темпы роста капиталистических стран. При этом надо сказать, что вот опыт советской революции, он не вполне усвоен и не вполне изучен даже. Потому что советская революция показала новую форму государственной власти. Не парламентскую форму, которую так или иначе пытаются разные люди в разных странах приспособить для решения социалистических задач по существу, а такую форму, которая родилась у нас в 1905 году в Иваново, в России, потом как грибы, и тогда было, значит,
десятки у нас советов в разных городах в 1905 году. Потом они как бы исчезли, но они не просто так исчезли, ведь у нас было вооруженное восстание, которое организовывал совет, Московский совет рабочих депутатов. И в результате этого вооруженного восстания и той борьбы, которую провели советы, у нас в России появилась парламентская республика, Булыгинская дума появилась. То есть не буржуазия боролась за буржуазную власть, а боролся рабочий класс. И поэтому и не надеялись на нашу буржуазию. Она свои задачи не выполняла. И после февраля 1917 года она землю не забрала у помещиков, у предыдущего класса. И не передала крестьянам для развития капитализма. Это все сделали большевики, это все сделала советская власть. А в 1917 году советы снова появились. В чем характеристика и определение советов? Советы – это органы, которые формируются не по территории, не по избирательным округам, а они формируются через трудовые коллективы. В программе партии, второй, принятой 8-м съездом в 1919 году, записано, программу написал Ленин, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Это не значит, что можно избирать только рабочих, но это значит, что всякий, кто, кого хотят избирать, его нужно, как говорится, представить этому какому-то коллективу, и если коллектив за него проголосует, то он станет депутатом от этого коллектива, не вообще депутатом. И, так сказать, как они сейчас у нас летают и получают свои 400 тысяч, а потом пенсию 300 тысяч, и далеко они оторвали от народа. А вот это те люди, которые в любой момент могут быть отозваны. Хотя, и это тоже отмечается в этой книге, хотя, когда писали положение о выборах Совета, а это эти выборы двухступенчатые, на первой ступени выбираются депутаты городских и областных советов, и вот эти депутаты потом из своих рядов выбирают делегатов съезда советов. И тогда получается, что на съезд советов попали какие-то депутаты, избранные в трудовых коллективах. И вот трудовой коллектив заметил, что уже товарищ побывал в Москве, посмотрел, так сказать, больше уже и не заходит, и не приходит, и не интересуется, раз и отозвали его. А как отозвать? Очень просто. Собрали конференцию этого коллектива и решили: так, Иванов, все, больше не депутат, Петров депутат, все. И с завтрашнего дня не надо никаких праздников, не надо открывать столовые там, и красные знамена вешать, плакаты. Это можно сделать в любой момент. Но в том положении, которое было написано о выборах депутатов, было записано, что вот со второго этажа, то есть при выборах в ЦИК, можно, вот эти люди, городские депутаты, могут избрать любого. Примечание номер 2. Положение подписано Михаилом Ивановичем Калининым. И вот этот советский принцип нарушен, по существу, был еще тогда, когда он в целом исполнялся. Ну а дальше решили, что давайте сделаем так, вот как везде привычно всему миру. Давайте будем избирать по территориальным округам. А в чем особенность избирания по территориальным округам? Сразу, значит, прямые выборы. Всем нравятся прямые. А что хорошего в прямых? Это значит, невозможно отозвать. Если вы сразу одного депутата от 1,5 миллионов избираете в Верховный Совет, не на съезд Советов, который Центральный Исполнительный Комитет изберет, а сразу, а как вы его отзовете? Да, наверное, каждый понимает, что вряд ли здесь кто-нибудь есть, кто знает всех жильцов своего подъезда. Это в коллективе люди знают. И поэтому и не жесткие нормы были избрания депутатов. Сказали, больше там 38% пришло на собрание. Оно действительно для избрания. Ну, потому что это смена. Если смена, это проголосовала для этого депутата. Ну, и вторая смена также проголосует. И третья. Почему? Потому что позиции рабочих или рабочих коллективов, они примерно одинаковые, не так, как вот в кругах, так сказать, совсем других людей, которых сколько людей, столько и мнений. Ну, там складывается позиция вполне определенная. Причем не надо ждать, когда человек совсем испортится. Ну, почему? Устал, заболел, зазнался.
Ну, пойдет, пускай другой. И надо, чтобы все проходили через эту вот всю школу, через эту школу совета. К сожалению, вот этот опыт наш не очень принят в других странах. В частности, я вот был в Северной Корее 2 недели в качестве главы делегации от РКРП. И искал там какие-нибудь следы. Нету там вот советов, нет. Поэтому такое впечатление, что вот придет какой-нибудь корейский Хрущев, и снова там все рухнет, как у нас. И в Китае такого нет. А вот в тех странах, которые пытались вот сделать советская Бавария, потом советская Венгрия, недолго просуществовала, там задушили. То есть вопрос вот продвижения советов и советского устройства государственной власти, самого демократического устройства, которое есть, потому что избрать можно кого угодно. Пожалуйста, любой там государственный деятель, любой интеллигент, может быть, депутатом от этого коллектива. Между прочим, и после 1936 года, когда уже избирали по территории, на делегатов, кандидатов выдвигали только через коллективы. Вы не можете попасть никак, ни от общества филателистов, ни от друзей кино, ни от КПСС, а вы должны от завода. А если завод не проголосует, не будет он кандидатом. И, соответственно, но поскольку он только выдвигал, а не избирал, то вопрос об отзыве решался по отношению к этому. Ну как, приходили люди из партийных органов, из орготделов ЦК или орготдела обкома и решали вопросы с избирателями. То есть собирали там, в конце концов, округ, проводили так, целое собрание. Но это означает, что это работа сверху, а не работа снизу. Ну и мы вот это все тут рассказываем, и теорию, и историю советов с Александром Сергеевичем. А он занимался этим очень много, почти всю свою жизнь. И заканчиваем проектом Советской Конституции, который мы подготовили с Иваном Михайловичем Герасимовым, вот, в котором как раз вот все эти требования выполнены и прописано, как должна быть устроена государственная власть в будущей Советской России. Так что уже все тут написано, дело, в общем, ерунда осталась, пустячок. Ну, немножко подучим науку логики, и тогда у нас все получится. Вот я хотел бы, значит, чтобы товарищи могли познакомиться с этой книгой. Познакомиться с ней очень легко. На сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека» вывешена эта книга, и можете ее скачивать, читать. И мы в такие игрушки буржуазные, что если эта книжка наша, то нельзя ее читать и распространять, не играем. Можете ее читать, распространять, передавать, переиздавать, что хотите. Пожалуйста. Поскольку это, так сказать, идея, вообще говоря, не товар. Если я вам отдал идею, у меня она осталась или нет? Да, поэтому никакого обмена тут нету. И говорит, нет, это мы должны, значит, вот авторское право. Авторское право у нас остается. Это наша книжка, да, никуда она не девается. Но не надо торговать-то идеями. Идеями мы не торгуем.